Расскажите, как у вас настроение сейчас? Ну, настроение хорошее. Сегодня очень тяжелая игра. Казань играли вообще здорово. Хорошее в нападении, хорошее. Вернулись назад, просто помогали защитникам. Сегодня тяжелая игра была. Скажите, а вот вы ведь Акбарса хорошо знаете, вот уже команду. Чем отличается вот команда Акбарс Крикунова от Акбарс Белелединова? Вот что-то новое появилось у них сейчас вот в игре? Ну, я думаю, там поменялись и игроки там в Казани тоже там пришли, новый какой. Ну, там тяжело сказать, просто каждый тренер хочет, как бы команда выигрывала. Не знаю, что просто играли как всегда, просто хорошие, тяжело с ними играть. Ну, то есть Акбарс, они как были хорошей командой, да, так и остались? Ну, да, устали просто, ну, можно сегодня посмотрели, они хорошие играли. В прошлые годы тоже хорошие играли, просто тяжело играть с ними. Вы сегодня забили первый гол в сезоне. Это как вам это вообще? Расскажите, как это получилось? Ну, там Саня Радулов хороший мне отдал потихоньку. Я бы мог бросаться с входа, но просто бросался с входа, она залетела. Мирослав, я еще хочу вас поздравить. У вас свадьба была этим летом? Да. Я хочу вас поздравить, пожелать вам счастья, успехов и личной жизни. И Соне, пожалуйста, передайте привет. Она сейчас с вами, да? Да, сейчас здесь. Ну хорошо, спасибо большое. Спасибо.